Всем привет! Сегодня у нас упражнение 26 из большой серии упражнений на отработку Present Simple. Сегодня мы работаем с вопросами. Cell. Smart English Learning. Упражнение 26. Нужно поставить глагол в скобках в правильную форму Present Simple. Это все у нас вопросы. Мы здесь строим вопросы. I wake up at 5 in the morning. Я встаю в 5 по утрам. Прежде чем мы приступим к этому упражнению, давайте вспомним, что если у нас при последнем предложении используются обычные глаголы, то есть не be, быть, есть, являться, а все остальные глаголы, да, стрелять, ходить, работать и так далее, при построении вопросов вопросы, да, обычные general questions или вопросы да-нет будут начинаться со вспомогательных глаголов do и does. Всегда. Причем do будет использоваться, если у нас подлежащее я, I, we, мы, they, они, you, ты, вы. Если у нас подлежащее выраженным местоимениями he, she, it, мы будем начинать вопрос со вспомогательного глагола does. Приступим. Встаю я в 5 утра. Я встаю в 5 утра. Do I wake up at 5 in the morning? Встаю я в 5 утра по утрам. Видим, да, что подлежащий у нас не he, she, it, а I, я. Поэтому вспомогательный глагол do. Вопрос будет начинаться со вспомогательного глагола do. Затем у нас пойдет подлежащее, выраженное местоимением я. Затем глагол в начальной форме. Wake up. You go to work by train. Ты ездишь на работу на поезде? Do you go to work by train? Вопрос начинается с do, поскольку следом идет ты или вы, подлежащее. Затем глагол в начальной форме без изменений. Go to work. И второстепенные члены предложения, то есть все-все остальные слова. She drinks coffee every morning. Она пьет кофе каждое утро. Does she drink coffee every morning? Вопрос начинается с does, поскольку подлежащий выраженным местоимением she – она, а если у нас подлежащее he, she, it, то и вопрос будет начинаться с does. И затем после подлежащего у нас идет глагол начальной формы без изменений. He smoke – он курит. Does he smoke? It hurt. Это ранит или просто больно. Does it hurt? We dance. Мы танцуем. Do we dance? They travel. Они путешествуют. Do they travel? Emma cook well. Emma хорошо готовит. Does Emma cook well? Alexander exercises regularly.
Александр регулярно тренируется? Does Alex exercise regularly? Тут у нас Эмма в предыдущем варианте. Это she, Alex это он. He, she, it. При построении вопросов. Present simple общих вопросов. Начинаем вопросы с does. I look well. Я хорошо выгляжу. Do I look well? Подлежащий выраженный местоимением I, я, поэтому вспомогательный глагол do, затем подлежащий я и глагол в начальной форме. Do I look well? You rest enough? Ты достаточно отдыхаешь? Do you rest enough? Подлежащий you, поэтому вспомогательный глагол в начале вопроса do, затем подлежащий глагол в начальной форме. Do you rest enough? William worked too hard. William работает слишком усердно. Does William work too hard? William это он, поэтому вспомогательный глагол в начале вопроса does. Затем William и глагол в начальной форме. Work. They travel often. Они часто путешествуют. Do they travel often? Подлежащий у нас они, they, поэтому вопрос начинается со вспомогательного глагола do, и после подлежащего у нас глагол в начальной форме. Anthony go to sleep too late? Anthony ложится спать слишком поздно. Does he go to sleep too late? You bake cakes. Ты печёшь пироги? Do you bake cakes? Подлежащий you. Начинаем вопрос с do. Do you bake cakes? И глагол у нас в начальной форме, без изменений. На этом на сегодня все. В следующем упражнении отрабатываем утвердительное предложение в Present Simple. Всем пока!